И счет становится 2-1. Рауль Гарсия, автор этого гола. Сегодня акустика на Сан-Мамесе довольно странная, потому что никакого даже взрыва на трибунах не слышно, когда забивает команда хозяев. То ладно, когда гости забили, это понятно, как раз никто особо на это не будет реагировать. Размашисто там сыграли, и подача в топ-падении, вот такой коварный удар Рауль Гарсия наносит. Из мадридского Атлетика он ушел. Теперь играет за Атлетик Бильбао. С Мадридом стал чемпионом Испании, победителем Кубка Короля. Суперкубок Испании выиграл. Лигу Европы.